Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня мы играем в лотерею, как вы уже догадались, счастливая карта стоимостью 50 рублей. Три билетика купил из свежей пачечки, но надеюсь, что повезет. Напомню, что в данной лотерее я не так давно выиграл 1500 рублей, это немало. Суперприз здесь 5 миллионов, есть 10 призов по 250 тысяч. Давайте посмотрим, какие еще есть призы. Минимальный тут 50, уже хорошо, что не 25 или не 30. Ну и пошли по 100, по 200, по 250, по 1500. Кстати, 200 призов по 1500, это вот повезло реально, в прошлый раз круто. 40 призов по 5000, 10 призов по 250 тысяч, 1 приз на 5 миллионов. 55% призовой фонд, друзья, у нас. Ну вот как-то так, интересная лотерея в последнее время дает призы. Для этого дела я, кстати, еще и калькулятор сразу же под руку себе кладу. Будем считать. Для этого лотереи он нужен. Друзья, перед тем, как мы начнем играть, я прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк данному видео, написать свой комментарий, друзья, нажать на колокольчик, дабы не пропускать последующие видео. Вот многие не подписавшись смотрят все-таки видео, ролики. Спасибо вам большое за это. Я каждого зрителя своего канала ценю, уважаю. Ну, если вам не сложно, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Я думаю, это легко, ну, а для меня это в радость. По правилам игры стираем карты. Банк суммируем, тут будут числа, суммируем их, допустим, полтинник здесь будет. Стираем эти карты, суммируем их числа, опять же, 49, все, проигрышная строка. Если 51, допустим, значит выиграли. Стираем слово приз, приз наш. Тут то же самое, это два наших шанса, скажем так, и третий шанс, тут должны 4 одинаковые карты быть, только тогда можно, в принципе, стирать слово приз. Ну, в смысле, не можно, а имеет смысл. Как-то так, давайте начнем с первых карт, посмотрим. Тут число я вижу, конечно, большое уже. Так, давайте все это дело сейчас сложим. 11 плюс 4 плюс 23 и плюс 17. 55. Ну, немало, друзья, немало. А когда большие числа, конечно, сложно. Но у нас тут... нет, 55, конечно же, здесь не будет, но я сотру просто вам для интереса. Да, был приз 250 тысяч. Тут у нас 20, ну, короче, до 30-ки не дотягивает. Так, смотрим, что здесь. Ну, здесь, в принципе, та же история. На 100 рублей тоже не дотягивает. Я вам сейчас все покажу. И по картам то же самое. На 1500 также пролет. Видите, здесь явно 55 в сумме не будет, и приз такой сумасшедший. А здесь также 55 не будет, либо 56, ну и по картам разнобой. А должны быть, допустим, вот 4 пики, вот таких вот прям 4 пики. Тогда мы выиграем. Ну, к примеру. Первый билетик без выигрыша. Так, смотрим дальше. Играем, обновляем наш калькулятор. Так, тут я что-то вижу опять крупное число. Да, да, да. Когда крупные числа, друзья, вот это вот первый предвестник того, что может билет быть без выигрыша. 58 в данном случае, как видите, 22 плюс 21, это будет 43 плюс 14, это 43 плюс 14, 57 и 1, 58. Ну, посмотрим, что тут будет. Давайте вместе с вами. Так, а тут у нас... Считаем. Так, 58, запомнили. 13 плюс 3, плюс 20 и плюс 15. Ну, а тут 51. Пролет. Первая линия, пролет. Играем дальше. Ну, тут как бы немало, да? Давайте посчитаем, сколько. Так. 19 плюс 12 плюс 18 и плюс 16, друзья. О! А тут уже поинтереснее история обстоит. Давайте еще раз перепроверим вот это число все-таки. Вот. Так. 14 плюс 21 плюс 1 и плюс 22. Все видят, да? 58, друзья. А теперь проверяем вот эту линию. Так, калькулятор, включись. Есть. Так, считаем. 19 плюс 12
плюс 18 и плюс 16. Такое число, друзья, 65. Увидели все, я надеюсь. Это явно больше, чем 58, значит, билет выигрышный. Стираем приз. 100 рублей. И последняя лотерейка по картам. У нас здесь пролет на 5000. Но, тем не менее, друзья, кстати, эту сотрем тоже, как говорится, чтобы не мозолило нам глаз, да, на 250 рублей, но тем не менее. Вот, приз сегодня 100 рублей. Уже хорошо, друзья, уже соточка, уже билет сам себя отбил. То есть первые два билета у нас окупились уже благодаря вот этому билету. Он поднатужился и помог. Итак, последний билет у нас. Опять крупная цифра. 20 плюс 11 плюс 22 и плюс еще и тройка. 56, друзья. 56 показываю. Так, надеюсь, тут будет что-то выигрышное. Но тут явно 56 не будет в сумме, как вы видите. На 200 рублей пролет. Так, а тут у нас, ну, можно и так посчитать. 20, 30, 44. 44, тоже не 56, значит пролет. И по картам, друзья. Ну, редко такое бывает, чтобы именно карты были с выигрышем, но тем не менее, друзья. Потратил 150, вернул 100. Вот такая сегодня интересная игра. Два билетика без выигрыша и один билетик у нас на 100 рублей с выигрышем. Обязательно подпишитесь на канал, друзья. Поддержите лайком данное видео и подпиской. Я желаю всем удачи, всех обнял.